По закону. По какому закону вы его изымаете? По какому праву? Возможно, это был предметом поступления. Кто портит? Поступление. Это коллекционная стоимость. Коллекционная ценность. Вот вы задаете вопрос. Я вам покажи, возможно. Как вы определите, что... Я вам объясняю. Мы его изымаем для дальнейшей проверки на... Мне на молоток, блядь, почему вы его не занимаете? Возможно, он был предметом. Потому что он дешево стоит. Смотрите, и никому не нужен. Я не согласен. Я категорически возражаю. Я буду жаловаться на телеканалы. Это ограбление. Хорошо, вы можете, пожалуйста.